После утепления дачи осталась пачка пеноплекса. Куда-то ее нужно было девать. И вот пришла мысль изготовить контейнер для хранения на балконе в зимнее время овощей. Картошки и моркови со свеклой. В этом контейнере два отделения. В большом хранится картошка. Порядка 150 килограмм. В малом отделении морковь, свекла и немного семенной картошки на следующий год. Обогрев производится лампой накаливания мощностью 60 Вт, которая вот находится в этом импровизированном деревянном ящичке. Лампа накаливания в контейнере включается в комнате, вот в розетку удлинителя. Провод идет через балконную дверь и проходит в контейнер. Вот как мы видим, лампа горит. Мощности 60 Вт вполне хватает для обогрева всего контейнера в самые сильные морозы. Нормально 30-градусные морозы выдерживает картошка и не подмерзает. Но самое главное, нужно закрывать вот этот ящик с лампой, потому что любой свет при хранении на картофель зеленеет. Там образуется хлорофилл. И, как всем известно, в любом картофеле имеется солонин. Но в небольших количествах. А в больших он вырабатывается при позеленении. А солонин является ядом. Ящик закрывается металлической крышкой. Контейнер затем, после наполнения овощами, закрывается крышкой. Теплостойкость этого материала равна метровой кирпичной кладке, так что за картофель зимой можно не беспокоиться. Контейнер для хранения овощей в зимний период можно использовать вот сейчас весной и для рассады, которая здесь еще будет 2-3 недели, а затем она перекочует на дачу.